Это тот же новогодний ивент, но вместо подарков на карте появляются яйца от разработчиков. Из уникальных предметов могу показать вот эту колымагу, которую можно получить, если открыть синее яйцо. А спавн этих яиц особо не изменился, поэтому покажу частые места их появления. Из интересного это то, что за дубликат легенды вы получите 25 500 долларов. Вау!